Короче, ребята, вот блок Висконт Вайта. Сейчас находимся как раз на складе здесь, в порту. Есть здесь сотня блоков. Вот этот блок... how do we call it, Dominic? I don't know. Висконт more aggressive. Короче, это да, Висконт агрессивный, потому что много вен. Ну и, соответственно, эти вены преимущественно темного цвета. Вот это такая сторона. А вот, например, был бы другой распил. То есть, если бы перейти его большими слявами. И покажу спокойный Висконт. То есть, два типа есть. Ну, вот еще вариант тоже агрессивного. То есть, просто другое направление, но четкие, яркие, выраженные вены. More black, let's say. Да, ну, то есть, больше просто черных вен. Вот Висконт, второй тип, такой calm, спокойный. Ну, здесь сам блок грязный в песке, в остатках песка, поэтому выглядит таким желтым. Но видно, что нет таких очень ярких и четких линий черных. То есть, если есть черные, во-первых, они спокойные, во-вторых, они разбавленные светлыми зернами. То есть, нет такого, что прям черные. Ну, и такие серенькие, спокойные, равномерный рисунок. В общем, классный, как клиенты любят. Блок визажа, Visage Blue. Он называется VR, то есть здесь вот вены по диагонали, там примерно под 45 градусов. Здесь видно и, возможно, будет видно сверху. Вот такой рисунок классный. Огромный блок. А вот есть такой черный индийский, который черный без добавления краски. Вот посмотрите. Вот он здесь серенький, а вот он мокрый. Он просто черный, здесь нет ни одного пятнышка серенького. Смола.